Спасибо, Центрин. Мы погнали команду. Команда стоп. Остановились. Команда Брэд Шахназия. Пожелаем удачи, Москва! И с вами ребята 90 килограммов. Остановили 12 минут. Бой начался. Четыре минуты позади. Поддержим Ильшата Мамедова. Саратов, Россия. И Сергея Корониловича. Yeah.
6 минут у нас уже позади. Ватерлиния. Экватор. Поединка весовая категория до 90 килограмма. В ринге Сергей Корнеевич Корона, Минск, Белоруссия. Ильшан Магомедов, Саратов, Россия. Бой продолжается. Второй раз Габа покидает Ильшана Мамедова. Болеем, Москва! Весовая категория 90 килограммов. Удар открытой перчаткой. Мы поддержим Ильшана Мамедова! Стоп!
Бой остановлен. Андрей Курняков принимает решение, что бой нужно остановить. Дамы и господа, появился своей категории 90 килограммов на 10-й минуте, 43 секунды, техническим нокаутом. Победу одержал Сергей Каранилевич! Корона! Минск, Беларусь! Сергей, не уходите! По традиции, когда у нас каждый победитель что-то должен сказать. Давайте скажите. Я хочу поблагодарить всех, кто присутствует, кто болел за меня. Я не буду скрывать секрет, но люди, которые пришли сегодня поддержать, я никак не мог проиграть. Спасибо вам, ребят. Сергей, вам вопрос. У нас Бернацкий выиграл поединок, но он в финале уступил в прошлом турнире у нас. И вы в финале уступили. Сейчас вы вернулись на турнир. Вы сделали какие-нибудь выводы либо изменили подготовку к турниру? Я не буду раскрывать секреты. Будем дальше боксировать, наращивать темп. Всех вас люблю. Рад здесь снова и появиться на ринге. Поэтому до следующего тайфайта. Сергей Каранилевич! С любовью в Москве! Сергей Каранилевич, Корона, пожелаю вам успеха. А шоу продолжается.